Но вот самоделка из автомобильного диска готова. Я ее старался делать максимально бюджетной и простой. Но единственное, что я в конце уже не устоял, добавил сюда такие ручки в форме завитка. Вот, и цветочки. Также еще сэкономил. Вот в нижней части я раньше делал шайбочки, приваривал. Сейчас я приварил металлические пластины. Они как бы уже не нужны, можно сказать. Ну, куда-нибудь применить их, я не знаю, может даже на металлоприемку отнести. Но в этот раз вот так вот решил не тратить на шайбу, потому что шайбу сейчас стоит тоже так нехило. А сам мангал, на нем, конечно, можно как на шампурах жарить, но единственное, что их уже особо не попереворачиваешь, нужно сделать прорезь. Но так это сделано прям под решетку. Мы с соседом на его мангале, который я делал, уже раз 20 испытали. Ну, примерно похожий мангал, тоже диск 15. Кстати, на 15 диске вообще нормально готовится. Некоторые там говорят, что фигня, не работает. Нет, мы проверили с соседом и заценили это. Прям очень удобно. Ну, конечно, вместо шампуров тоже можно было что-нибудь приварить, какую-нибудь арматуру. Но да ладно, я думаю, и так сойдет, как бы дискомфорта это не вызывает. Ну и на этом я буду заканчивать. Пишите насчет данного мангала. Ну и всем пока.